у взрослых есть свои дела, они ими могут спокойно заняться. Ансамбль «Миряне» сегодня обращается к своим маленьким зрителям. Ребятки, мы вам расскажем русскую народную сказку про курочку и петушка. Пошли как-то в лес курочка и петушок по орехи. Петушок залез на орешню рвать орехи, а курочка осталась внизу около орешни, чтобы орехи собирать. Вот петушок кидает. Курочка собирает. Петушок кидает. Курочка собирает. Петушок кидает. Курочка собирает. И вот сорвал петушок огромный орех, бросил его курочке. Ой, и попал ей прямо в глазок. И поранил ей глазок. Идет курочка и плачет. О, бояре едут. Бачок, я упала на бачок. Лёли-лёли-лёли, я упала на бачок. Лёли-лёли-лёли, я упала на бачок. Я слыхала, как упала, погляжу, млада ляжу. Лёли-лёли-лёли, погляжу, млада ляжу. Лёли-лёли-лёли, погляжу, млада ляжу. Погляжу, млада ляжу. Идет солдат из полку, из гусара сыкова. Вот приехали бояре, смотрят в лесу рядом с орешней, стоят петушок и курочка, да не просто стоят. А курочка слезами горькими умывается. Ну, спросили их тогда бояре. Курочка, курочка, ты по что плачешь? А курочка не слышит ничего, слезами горькими умывается. Курочка, курочка, ну, спросили бояре погромче. Ты по что плачешь? По что я плачу? Мне ж петушок вон поранил глазок. И спрашивает курочка петушка: петушок, петушок, ты по что мне поранил глазок? Я случайно поранил глазок. Мне орешня портки подрала. Вот скажи мне, орешня, по что ты мне, петушку, подрала штаны? Да, я орешня, а штаны я тебе подрала, потому что меня козы поглотали. Хм. Спросим тогда у коз. Козы, козы, вы по что поглодали орешню? Как же нам было ее не поглодать? Наши пастухи не стерегут. И спрашивают козы пастухов. Пастухи! Пастухи! Чего? Вы по что коз не стережете? А что нам их стеречь, этих коз? Мы голодные. Хотели был покушать давеча, так нас хозяйка блинами не накормила. Вот скажи нам, хозяйка, по что ты нас, пастухов, блинами не кормишь? А как же я вас, пастухов, блинами накормлю, когда у меня все тесто на блины? Свинья пролила! Вон она какая! Свинья! О. Ну скажи, свинья, по что ж ты все тесто у хозяйки взяла и пролила? Ой, хрю-хрю-хрю! Да у меня ж горе горькое! У меня ж волк поросеночку утащил!
Сонечка утащил. Волк. Что? Ты по что у свиньи поросеночка утащил? Я есть хотел. Вот унес и съел. А сейчас и свинью утащу. Поймал волк свинью. Сейчас полакомлюсь. Но есть он ее не стал. А стали они жить-поживать, да добра наживать. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец!